Моя теща Этна родилась на Кубе. В подростковом возрасте родители отправили ее в Канаду, чтобы закончить старшую школу и поступить в колледж. Во время учебы она влюбилась в канадца, моего тестя Сэма, который служил миссионером на острове Санта-Люсия в Карибском бассейне. Они развивали свои отношения через переписку. Вот все, что у них было. Обычно письма приходили за 3-4 недели, как вы думаете, что Эдна надеялась услышать от Сэма в этих письмах? Очевидно, что она хотела знать, что происходит в его жизни. Но она также хотела услышать приятные слова. Думает ли он о ней? Любит ли он ее? Через несколько лет брат Эдны пришел к ее двери с письмом и кольцом. Он сделал предложение сестре от имени Сэма. Ее жажда отношений с Сэмом была вознаграждена обручением. А что бы вы хотели услышать от другого человека? Хотели бы вы услышать, что этот человек думает о вас? Хотели бы вы услышать слова, которые укрепят вас? Хотели бы вы услышать слова одобрения, чтобы пройти трудные времена пандемии? У меня есть вопрос еще важнее. Что бы вы хотели услышать от Бога? Что бы вы хотели услышать от Бога? В стихах, которые мы будем читать, Павел говорит о личных вещах. Он делится своим сердцем с христианами в Риме. Он рассказывает о том, что они означают для него. Почему это так важно для Павла? Ведь не он насаждал эти церкви. Скорее всего, они были основаны двумя десятилетиями ранее неизвестными христианами и евреями, которые вернулись в Рим из Иерусалима с празднования Пятидесятницы, как об этом говорится в Деяниях 2.10. Многих из них Павел не знал. Но для него они были частью семьи, его послание к ним ⁇ это послание от члена церковной семьи. Слово ⁇ братья ⁇ которое мы видим в 13 стихе, означает ⁇ брат ⁇ или ⁇ сестра ⁇ Что Павел говорит своей семье? Своим братьям и сестрам в Риме. Во-первых, Он выражает благодарность им, потому что их вера в Иисуса известна во многих местах. И Он благодарен не просто за некоторых из них, Он благодарен за всех, потому что все они важны для Бога. Это отличается от той негативной риторики, которую мы так часто слышим сегодня. Он мог начать. У вас в церкви царит напряжение. Проснитесь. Вашей теологии нужны поправки. Исправьтесь. Посмотрите, сколько у вас проблем. Что с вами не так? Но нет. Павел начинает с подкрепления их веры в Иисуса. Он говорит что Вспоминает о них с любовью в молитвах, когда никто не смотрит. Они никогда не были далеки для него. Павел говорит, ⁇ Я постоянно молюсь за вас с благодарностью. С благодарностью. Это было нечто новое для христиан-язычников, почему в Риме первого столетия жизнь была наполнена неуверенностью и тревогой. Быстрое распространение мистических религий, вроде Нью-Эйджа сейчас, и тысячи магических папирусов явно говорят о том, что люди не были уверены в молитве в Римской империи. Это очень грустная история. Никакой уверенности в молитве и сплошная тревога. Очень похоже на мир 21 столетия. Но последователи Иисуса, вроде Павла, всем сердцем верили, что Бог слышит их молитвы. Бог был личным и суверенным. Их молитвенная жизнь основывалась на таких местах, как Псалом 36.5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» а также притчи 3.5 и 3.6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Павел сообщает римской церкви, что постоянно молится за них. Уверен, это было серьезное одобрение для них. Ободряетесь ли вы, когда узнаете, что кто-то молится за вас? В мире социальных сетей мы говорим об инфлюенсерах, но лучший способ влиять на других — молиться за них. В последнее время Бог побуждает меня молиться за церковную семью так, как это делал Павел. Несколько дней назад я получил эту открытку. На ней написано «Встань и молись». Это слова Иисуса из Луки 22, 46. Ими Он призвал Своих учеников молиться в Гефсиманском саду. Эти слова а также послания внутри открытки вдохновили меня. Почему бы нам не написать кому-то письмо или смс, позвонить или прислать открытку, чтобы они знали, что мы молимся за них. Давайте сделаем это сегодня. Но Павел не просто молился за них. Он также просил у Бога возможности посетить их. Ему было трудно сделать это, потому что он не знал большинство из них и никогда не был в их церквях. И поэтому он добавляет, «Бог мне свидетель. Бог может призвать меня к ответу, если я лгу». К этому моменту его работа на Востоке, Средиземноморье, полностью поглотила его, и он не мог попасть в Рим. Но когда Павел прибудет туда, он хочет передать им духовный дар. Что он имеет в виду под духовным даром? Он использует слово, которое используется для обозначения даров Духа в Римлянам 12, 1 Коринфянам 12 и Ефесянам 4 он надеется передать духовный дар, как Тимофей получил его через возложение рук Павлом во втором Тимофею 1.6. Возможно. В этих стихах мы видим общий язык и общую тему. И если у Павла есть слово ободрение для церковной семьи, он это имеет в виду или это дар? Учение Евангелия. Например, Павел много говорит о спасении в послании к Римлянам, но он может научить их многому о церкви и втором пришествии Иисуса. Возможно, даром будет его пример явной, смиренной, смелой проповеди, радостной вести Иисуса Римлянам. Филиппийцам 1.14 намекает на то, что они ободрились его примером смелой проповеди Евангелия. Обратите внимание, что изначально Павел говорит о том, что это будет одностороннее благословение. 11 стих от него христианам в Риме. Но в 12 стихе он быстро дополняет свою мысль. На самом деле Павел надеется на общее укрепление на пути веры. Он хочет дать им духом, а затем тем же духом принять от них. Он говорит, я хочу дать вам и получить от вас. Это должно было вдохновить христиан в Риме. Апостол Павел ожидал что-то получить от них что Господь дал вам, чем вы могли бы поделиться с другими. Как мы видим в Матвея 7.12, золотое правило, которое нам дает Иисус, состоит не в том, что мы не делаем, а в том, что мы делаем. И так во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Так сказал Иисус, что Господь дал вам, чтобы поделиться. Опять же, я призываю вас сделать что-то на этой неделе. Ободрите кого-то. Спросите Бога, кого вам нужно ободрить. И сделайте это. Павел говорит церквям в Риме, ⁇ Я благодарен за вашу веру. Я постоянно молюсь за вас. Я хочу передать вам... Духовный дар. Я хочу дать вам и получить от вас. Давайте следовать его примеру. После этого Павел добавляет, что хочет проповедовать им Евангелие. Зачем ему проповедовать Евангелие людям, вера которых известна во всем мире? Опять же, контекст важен. В то время в Риме жил почти миллион человек. Как говорит исследователь Гида Барлжани, археологические находки показывают, что Рим был похож на Нью-Йорк. Это был густозаселенный город, в котором проживали люди разного происхождения. Все они нуждались в Евангелии. Павел говорит, что он в долгу перед греками и варварами, перед теми, кто говорит на греческом, и теми, кто говорит на других языках, перед теми, кого считают культурными, и теми, кого считают некультурными, перед мудрецами и простыми людьми, перед образованными и необразованными. Бог доверил ему Евангелие, чтобы он передал его он должен был донести Евангелие всем жителям Рима. Павел пишет в 9 стихе, что он служит Богу своим духом, делясь Евангелием. Дух — это место самых глубоких мыслей и посвящений, место общения с Богом. Это сердце. Слово «служить» обозначает также и поклоняться. Для Павла проповедь радостной вести Иисуса — это акт поклонения, который исходит из глубин его сущности, Павел хочет приехать в Рим, чтобы поделиться радостной вестью с теми, кто еще не знает Иисуса. Церкви Рима росли и становились яркими общинами. Скорее всего, Павел видел, как люди, связанные с римскими церквями, принимали веру во время его приезда. Но вопрос был не только в этом. Павел также хотел, чтобы последователи Иисуса возрастали в зрелости и повиновении через его проповедь. В своем послании Колосянам он пишет, что берет всю энергию, которую Бог дает ему, уча со всей мудростью, дарованной ему, чтобы Колосяне стали зрелыми во Христе. Безусловно, Павел желал того же, и христианам в Риме. Хотим ли мы делиться радостной вестью? Иисус дал это повеление всем своим последователям. Мы не горим, потому что не совсем понимаем Евангелие. Возможно, мы не верим в то, что Бог сделает что-то, если мы расскажем о том, как Бог изменил наши жизни. Возможно, у нас возникают проблемы из-за этого, что Павел говорит в 16 стихе. «Ибо я не стыжусь благовествования». Павел не просто хочет делиться Евангелием, но и не стыдится его. Возможно, церкви в Риме были склонны к тому, чтобы стыдиться послания Евангелия. Возможно, причиной тому был малый размер или отсутствие уважения в коридорах власти. Император Клавдий изгнал верующих иудеев в 49 году из-за смятения, связанного с именем Христа. А после возвращения в Рим они могли жить со стигмой отождествления с Иисусом. Проще всего было отступить и пойти по пути наименьшего сопротивления. Павел говорит, ⁇ Я не стыжусь Евангелия и хочу поделиться им с вами. Как Павел ободрял Тимофея не стыдиться Евангелия во втором Тимофею 1 и так теперь он призывает христиан в Риме не стыдиться. Павла обвиняли ложно, побивали, порочили и сажали в тюрьму множество раз за его посвящение Иисусу. Так как же он может открыто проповедовать в Риме? В раннем послании церкви в Коринфе он написал следующие слова. 1 1:23. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев — соблазн, а для елинов — безумие. Евангелие показалось абсурдным в Риме. Неизвестный еврей, который пережил позорную смерть на восточном крае Римской империи. И его называют Богом во плоти? Что? Почему Павел был готов бросить вызов философам, и религии, доминирующим в Риме? Вот ответ. Для Павла Евангелие не было очередной концепцией, теорией или философией. Оно было самым удивительным словом от Бога. Павел пишет в 16 стихе, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что есть сила Божия к спасению всякому верующему». Во-первых, Иудею и Елину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, «Праведный верою жив будет». Павел говорит, что Евангелие — это сила. Риму не нужны были уроки о силе. Он был определением силы, жестокой силы, военной силы, покоряющей силы. Юридической силы. Рим знал все о силе, но Рим не знал о той силе, о которой говорил Павел. Павел провозглашает силу, которая меняет людей. Это сила Божья, которая несет спасение каждому, кто поверит в Иисуса. Это не сила государства, технологии, идей, продвижений, прогресса или еще чего-то. Евангелие — это сила Божья. Бог говорит, «Моя радостная весть — это весть о силе ко спасению для всех». А что подразумевается под спасением? Это слово несет в себе значение полноты. Для Павла спасение обещает восстановление всего, что грех испортил или уничтожил в духе человека. Спасение начинается с того, что Бог приближает нас к себе духом своим. Когда мы полагаемся на Иисуса, делаем спасительную работу с нашей стороны, мы получаем прощение грехов. Мы оказываемся в правильном положении перед Богом. Мы оправданы и освобождены от суда. Мы оживаем духовно. Наша реакция на Евангелие ⁇ это Божья сила которая действует в нас. И мы не только спасаемся от чего-то, мы также спасаемся для чего-то. Нас восстанавливают в правильных отношениях с Богом. Нас преображают в подобие Иисуса силой Духа Святого, которая работает в нас. На самом деле у нас есть сила, чтобы не грешить, повиноваться Иисусу. В Иисусе у нас есть власть над сатаной и демонами. — это сила воскресения, которую мы переживаем в своей жизни. И эта ежедневная трансформация меняет наш взгляд на вещи. Она приносит исцеление в наши отношения. У нас появляется сила, чтобы быть семьей с людьми со всего мира. Сила, чтобы исполнять миссию Иисуса в мире который иногда насмехается над нами и отвергает нас. И это не все. Павел пишет, что мы полностью преобразимся в воскресении мертвых. Нам была дана победа над самой смертью. Павел провозглашает Евангелие силой Божьей ко спасению. От начала и до конца мы были спасены, спасемся и будем спасены. Как пишет Джеймс Эдвардс, это единственная успешная операция по спасению, которую предложили падшему творению. Когда проповедуется радостная весть Евангелия, высвобождается Божья сила. Павел видел, как его сила высвобождалась в Афинах, Коринфе, Эфисе, Антиохии и Иерусалиме. Он ожидает, что то же самое произойдет в Риме. И я помню, как общался со студентом UBC по дороге на кампус UBC. Когда он узнал, что я христианин, то сказал мне, «Христианство — это хорошая моральная база». Нет. Суть следования за Иисусом не в хорошем поведении — это не просто хороший способ справляться с грехом. Евангелие ⁇ это спасающая сила Божья, которая доступна каждому верующему. Его суть в отношениях с Иисусом. Оно меняет нас. Бог говорит, что спасение доступно всем. Всем значит всем. Павел говорит, что Евангелие доступно всем верующим, сначала иудеям, а затем и грекам. Евреи имели привилегии в истории спасения, а через Авраама они стали Божьим народом, который должен был благословить все народы. Они первыми услышали Евангелие, которое провозглашал сам Иисус, а потом его начали провозглашать его ученики в Иерусалиме. Сам Павел следовал этому шаблону, путешествуя от одного города к другому. Он всегда в первую очередь шел в еврейскую синагогу. И он поступил так же, когда прибыл в Рим, как говорят Деяния 28. Слово «илины» или «греки» означает «всех неудеев», а не «новые ветви», привитые к маслине Божьего народа, как сказано в Римлянам 11. Евангелие доступно всем верующим, Стыдимся ли мы этого Евангелия для всех? Предстанет ли наше поколение на суде перед Богом и скажет, никто не поделился с нами радостной вестью, Иисус, твои люди не делились радостной вестью, потому что ⁇ Стыдились тебя ⁇ пусть такого никогда не скажут о нас. Понимаете, Евангелие Божье предлагает то, в чем нуждаются все люди. Этого нельзя найти больше нигде. Евангелие открывает нам нечто, что именно 17 стих. В нем открывается правда Божья. Некоторые думают, что здесь говорится о справедливости Божьей. Другие слышат праведность от Бога или праведные дела спасения Бога. То, как мы слышим эти слова, крайне важно. Сколько раз вы получали письмо или сообщение и не понимали намерения автора? Мы часто неверно понимаем мысль послания потому что у нас нет контекста. Мы не слышим тон, не видим невербальных жестов. Часто мы читаем слова через свою призму понимания в своем эмоциональном состоянии. Как нам услышать слова Павла? В 16 столетии один католический священник служил профессором семинарии. Виттенберге, Германии. Он готовил священников. Его задача состояла в том, чтобы изучить послание к римлянам и научить этому других. Но это послание не давало ему покоя. Римлянам 1.16 и 1.17 не несли для него никакого смысла. Для него это не было радостной вестью. Его учили, что праведность Божья в 17 стихе касалась справедливости Божьей, карающей праведности Божьей. Бог будет судить его за всякую мысль и дело, как он может предстать перед святым и справедливым Богом. В своем сердце он видел столько эгоизма, гордыни и бунта, он не знал, что сделать. Чтобы преодолеть пропасть между ним и Богом, он каждый день ходил на исповедь. Но как бы он ни старался, его греховность не давала ему покоя. Как праведность Божья может быть радостной вестью? Этот монах написал следующее. Моя проблема была в том, что хоть я и был безупречным монахом, я стоял перед Богом как грешник с грязной совестью и не был уверен в том, что мои достижения убедят его. Поэтому я не любил справедливого и злого Бога, но ненавидел и бормотал против него. Он считал, что Бог добавлял одну боль к другой через Евангелие. Он угрожал людям ужасным гневом. Он начал ненавидеть Бога. Вы видели, как люди пытаются соблюдать заповеди всеми своими силами, платить за свои грехи и оправдывать себя перед Богом. Вы видели самобичевание? Наблюдать за этим весьма неприятно. Некоторые люди ненавидят сегодня Бога, потому что видят лишь злого Бога, который будет судить их. Но после этого момента, в 1515 году, он осознал нечто, и написал, «Но я держусь за драгоценного Павла и великое желание понять, что он имел в виду. Я размышлял днем и ночью, пока не увидел связь между праведностью Божьей и заявлением о том, что праведный верою жив будет. Тогда я осознал истину, что справедливость Божья — это та праведность по благодати и милости, которой Он оправдывает нас верой. Я понял, что переродился и вошел через открытые двери в рай. Все писание обрело новый смысл. Раньше праведность Божья наполняла меня ненавистью, а теперь она стала для меня крайне ценной великой любви. Это слова Мартина Лютера в его преамбуле к латинским посланиям. Праведность Божья стала его любимой фразой. То, чего он никогда не мог сделать, Бог уже сделал для него. Римлянам 3.21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его Искуплением во Христе Иисусе. Когда Бог позволил своему Сыну быть распятым на кресте, открыл путь к прощению грехов всех людей. Лютер больше не был объектом Божьего гнева, но его милости, его открытие разожгло огонь реформации в Европе 16 столетия. Лютер понял, что праведность Божья означала праведность от Бога, дар полного принятия и правильного положения перед Богом, который дается всем мужчинам и женщинам полагающимся на специальные дела Иисуса. Этот новый взгляд изменил Лютера. Он пережил радость и свободу, которые были его во Христе. В Евангелии Бог говорит, ⁇ Я даю вам правильное положение передо мной как дар ⁇ и это для всех. Филиппийцам 3, в параллельном месте, Павел противопоставляет свои попытки обрести благосклонность Божью через религиозное посвящение и добрые дела, и принятие праведности Божьей в качестве дара от Бога по вере. Для него вечные попытки соответствовать закончились. Бог провозгласил его невиновным, Преграда между ним и Богом была убрана. По благодати Бог принял его, величайшего грешника. Это удивительно. Это меняет жизни. Иногда люди говорят мне, но ты не знаешь, что я сделал. Бог не сможет простить меня, принять меня. Мой грех дисквалифицирует меня. Послушайте, вот что, праведность Божья также означает праведность, которую реализует Бог. Это Божья спасительная сила, не ваша. Бог в своей святости и справедливости поступил праведно за вас. Он был верен своим обетованиям, чтобы исправить все. Божья праведность и справедливость явились в смерти Христа за нас. Он восполнил требования своей святости через жертву своего Сына. Он обеспечил спасение грешникам, вроде нас и меня. Он сделал то, что не смогли сделать сами. Все значит все. Никто из нас не может заслужить спасение. Вот почему Бог говорит нам, «Теперь, когда я сделал это для вас, примите радостную весть по вере и живите по вере». Вера включает силу Евангелия. Вера — это доверие Иисусу. У нашей веры есть объект ⁇ Иисус ⁇ Мы доверяем Иисусу, а не себе. Павел пишет в первой главе ⁇ От веры к вере ⁇ После этого он подкрепляет эту идею цитатой из Авакума 2.4. «Праведный верою жив будет. Жизнь по вере включает в себя все. Путь веры — это отношение с Иисусом, длиною в жизнь. Верой в спасающие дела Иисуса мы оправдываемся перед Богом. Но мы также живем ежедневно верой в Иисуса. Услышали ли мы Божье Слово сегодня? Приняли ли мы его? И самое важное, доверяем ли мы Иисусу? Евангелие ⁇ это сила Божья к спасению. С того дня, как мы уверовали, и до того дня, как мы встретимся с Иисусом лицом к лицу, мы принимаем все верой от начала и до конца.